Вот уже начали эту стенку. Кстати, эта стенка слабее, чем те. Те прям гвозди так тяжело забивались, очень тяжело. Ну не тяжело, а относительно. А в эту по сравнению с тем вот прям залетает. Хотя та стенка северная, и она чаще была сырая, чем эта. С чем связано, вообще не знаю. На самом деле это очень нудно делается. Вот все было хорошо, как только камеру включил. Потом вот здесь вот так пойдет планка ровная, здесь зальется и все. Поэтому это убирать нет смысла. Здесь так один верхушку контрольный. Вот здесь у меня придется кидать. Ну уже что поделать. Хочет.
Да, она делится. Сейчас берем тоже цельную сетку, она вот прямо идеально легла. Здесь вырезаем вверху такой пазик, даже наверное вот так. Было достаточно. И вот тут внизу вот на потолок уперлась, и тут внизу обрубаем. Сейчас еще парочку вот здесь, чтобы она не убежала никуда, мало ли. Все, тут что-то еще можно будет накинуть, в принципе. Вот таким образом будем делать по кругу. Кстати, 10 этих секций мне не хватает. Вот здесь 2 легло цельных, здесь одна половинка, я сейчас отрезал, осталась, и там еще одна целая у меня. И, скорее всего, придется листа 2 докупить, чтобы сделать внутри. То есть, вот эта часть нуждается, та часть и вон та. Так что я немножко не подрасчитал. Я так на глаз прикинул, но просчитался. Ну, ничего, будем делать.